Реализация проекта «100 школ и школы долгостроя», программы «Безопасные и качественные дороги», учения Россетей и конкурс управленцев «Мой Дагестан». В регионе за последнее время произошло немало позитивных изменений, все они при активном содействии главы Дагестана Владимира Васильева. Об этом очередной выпуск программы «Дагестан. Правила жизни». Смотрите сегодня в 20:45 на нашем канале.